Продолжаем мое новое видео по игре Roblox. И сегодня будем с вами играть и просто играть. Как бы это странно не звучало, да? Вот так вот. Давайте-ка начинать, уже 5 лайков мне поставить. Так быстро. Так, давайте-ка зайдем сначала в дом мой. Это не мой дом, мой дом другой, случайно. А нет, это мой, да, это мой дом. Это мой дом. Вот, смотрите, тут все уже изменилось. Тут у меня есть туалет. Это для собак, либо для кошек. Это для людей купаться. Вот сейчас. Аккаунта. Вот, тут у меня есть туалет. И все. Ладно, мы закончили, идемте. Тут у меня типа отдых, можно посмотреть телевизор, тут посидеть. Смотрите, как смешно хулёк танцует. Вот у меня есть собака. Тут есть такой пуфик. У меня, кстати, еще одежда изменилась. Смотрите, как я тебе выгляжу. Вот, и смотрите. Тут есть какой-то динозавр. Я не понимаю, что это со мной. Не знаю, зачем я его вообще купила, но... Зачем ты купила? Деньги потратила. Мы же миллионера все купим. Поэтому давайте. Тут у меня шкафчик. Можно... играть в ноутбук. То есть это для работы, да? Это для работы, а это тут для кошек и собак. Можно покушать, попить и поесть людям. Вот, тут можно еще мне кушать. Тут можно спать. Два человека поместятся. Вот. Раз кроватка и два кроватка. Тут еще котик, такая игрушка. А это игровой компьютер, можно играть в игры. Буду, например, Майнкрафт сейчас поиграю. Так, я позову, когда я поиграю уже. Так, давай же, давай, убиваем, блин, ой, я короче, там поиграл где-то один час. Меня там зомби, короче, убил. Все заново теперь надо, но это еще не самое главное. Вот тут еще шарики у меня есть. Смотрите, это просто как вечеринка считается. Ну, сегодня мы будем такие. Так, ребята, давайте-ка. Мы сейчас пойдем на улицу гулять и искать что-то. Идемте. Так. Она собака хочет, чтобы я ее погладил. Его точнее. Не знаю, что она от меня хочет. Ну, мы повысили ранг хотя бы. Так, давайте-ка к роботу сходим. Так, а где этот робот? А, вот он. Идемте. Он уже обычный, чей. Так, идемте. В него заходим. И гуляем в нее. Загрузка очень долгая. А, нет. Недолгая. Так, у меня там квест какой был? А, взять питомцев в галерею. Это галерея, кажется. Не знаю. Для меня это как робот. Идемте-ка. Так, нифига себе. Давайте-ка сыграем. В обычный этот автомат попробуем, да. Давайте-ка. Его нельзя, к сожалению, сыграть. Так, ребята, тут, короче, я зашла сюда, и там гонка, оказывается, еще идет. Ну, сейчас она быстро пройдет, я думаю. Сейчас, секундочку. Думаю, она явно быстро пройдет. Давайте посмотрим. Классно, смотрим. Ничего вообще не видно. Вообще ничего не видно, ребята. А что там написано? Гренка. Короче, лучше так, ребята. Лучше так, ребята, давайте-ка. Когда эта гонка уже пройдет? У меня вопрос, почему нельзя сюда пройти? Так, идемте-ка. Так. Ну почему еще гонка идет? Так, ребята, все, гонка началась. Давайте-ка, гонка. Хорошо, можно уже гонку, ребята, делать уже. Да. Так. Тут еще какая-то девка стоит. Как вы думаете? Я думаю, я ее выиграю. Так, идемте-ка. Так, сюда. Да, сюда. Идемте. Быстрее, мы должны ее выиграть. Эту девку дурацкую. Идемте, давайте-ка. Угадала. Так, идемте сюда. Сюда. Я ее уже обогнала, ребята.
Она там, наверное, за мной не успевает ходить. Прикиньте, она там такая впереди оказывается. Нет, я ее уже точно, ребята, опередила. Поэтому она точно меня никогда не догонит. Вон она идет только. Блин, а придется плыть. Плыть придется. Она меня точно не опередит. Потому что я точно выиграю. Я уже впереди. Так. Вот. Ну все, блин. Проиграла. Блин, а куда надо-то? Давайте быстрее. Она меня переплывает, ребята. Быстрее. Уходим, уходим. Ждем, фу. Блин, блин. Ребята. Я с вами толкип-ток. Она меня сейчас уплывет. Я выиграла ее, ребята, да. Она там где-то бегает. Вон она. Есть. Еще два раза надо перелететь, ребята. Так. Давайте-ка соберем это. Так, давайте-ка. Так. Ура! У нас еще квест выполнен. А, ну ладно. Давайте-ка соберем. Ха. Так, давайте-ка еще раз. А за что квест-то? А, собрать. 300 монет. Нет, 3000. Мне нравится эта игра. Так. У меня уже целых 11 тысяч. Давайте-ка еще попробуем. Два раза выиграть, сыграть. Два раза сыграть, да? Она опять тут, ребят. Ну скажите ей, чтобы она ушла отсюда. Она меня постоянно бесит уже. Так. Давайте-ка, ребята. Идемте. Блин, она меня уже опередила. Ха, неправильно. Я за ней лучше пойду. Блин, ребята, ребята. Быстрее, быстрее. Я за ней буду просто ходить. Так, ребята. Вот, я угадала. Ну все, я ее уже опередила. Я уже, ребята, ее опередила. Блин, ну быстрее, быстрее. На меня сейчас догонят, ребята. Бежим, бежим. Это кто такой? Бежим, 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 бежим. Так, мне дали 20 монет просто так. Давай, тащи, тащи. Она уже впереди как-то оказалась. Ну как? Читы. Они читеры. Читеры они полные. Давай, давай, давай. Как давай. Они телепортируются? Как она телепортировалась? Ну уже, пожалуйста. Ну хотя бы проходы открыты. Давай, 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 давай. Ау. Больше дома не дают, если с игроками играть. Нет. Это просто веселее. Ну, монеты дают, да? О, сейчас она мне проход там откроет. Ребят, ставьте лайк, если хотите ролики по Brawl Stars. Угу. Либо по Майнкрафт. Ну, второе место тоже неплохо. Становись. Так, да, дай мне попробую. Гонки? Давай. Играть. Да, после что первый раз это все делаю. Да, ну да. Первый раз. Давай, гонка начнется через 12 секунд. Посмотри сначала. Что за собака тупая какая-то? Это моя собака вообще-то. Можешь ее погладить? Все, давай, там уже секунды. Да блин, хватит гладить собаку. Все, давай, иди, начинай. Ой, дай. Да начинай, там сейчас гонка начнется. Как? Быстрее, все. Когда секунды все пройдут, можешь идти. А еще? Она опять тут, ребята, ну третий раз подряд. Все можно? А, нет. Она третий раз подряд. Ну только топ, скажи ей уже. Скажите, ребята, ей уже. Дизлайк. Она меня бесит уже. Она что-то нам пишет. Она нам лайк поставила за то, что мы ей дизлайк поставили. Давай. Пошли, пошли, пошли. Правильно? Да. Так. Идемте. Быстрее, быстрее, да, топ. Ты уже ее убедить. Да. А как она свой самосвал? Блин. Как она сама сама? Блин! Тип-топ, ну уже давай, займи мне второе место. Она пить, собака хочет пить. Да, плевать. Она впереди уже. А как мне телепортироваться, ребята, мне вопрос? Напишите в комментариях, если вы тоже так умеете. А! Неправильно. Блин. Вот.
Молодец, похож. Угу, молодец. Давай, плыви, плыви, быстрее. Блин. Быстрее, плыви. Еще не умею. Я уже заметила. Ой-ой-ой, тут очень сложно, да, нарисовать. Ну, можешь упасть. Спасибо. Я вообще тоже 100 раз падала. Ребята могут комментарии доказать. Давай быстрее. Это блевотина. Давай быстрее, тик-ток. Она уже там. Закинешь. Залагала. Так у тебя лагает? Фу, неприятно играть. 55 секунд есть, чтобы добраться. Или монеты не получим? Ну все, третье место заняли. Почему третье? Это 40 так же вообще-то. Так, 60 и ящик. О, 400 монет. И плюс 2. Классная картина. Так, 140, да? Блин, уходи отсюда. Сейчас я дизлайк покажу. Вот. Дизлайк я поставлю. Так, 140, да, монет? Это второе место получается. Так, ребята. Тут уже целых 2 участника, прикиньте. Даже 3, нету 2, да, 2. Капец, целых 2. Еще будет сложнее намного. Так, быстрее. Хоп, открыли. Хоп, закрыли. И хоп, открыли. Так, давайте-ка быстрее. Угу, правильно. Хопа. Опа, опа. Так, быстрее. Нужен, 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 нужен. Нужен, нужен, нужен. Капец. Куда идти тут? Вообще непонятно, куда идти. Блин, а они уже впереди. Выкиньте, ребята. Ай-яй-яй. Господи, что такое? Что такое, что такое? Так, ну ладно. Если на этом ролике, ребята, наберется 5 лайков, то тогда я сниму вторую часть, как я играю в этот Roblox. На самом деле, я Радугас Керри. Всем удачи. Извиняюсь, то что как. На самом деле, я Радугас Керри. Всем удачи. Всем пока-пока.